8 апреля 1945 года. 8 апреля наши войска начали штурм города и крепости Кёнигсберг. За день ожесточенных боев войска 3-го Белорусского фронта прорвали внешний обвод крепостных позиций и заняли 5 городских районов. Они завершили окружение значительной группы войск противника, обороняющего город и крепость. За день боя войска фронта взяли в плен свыше 15 тысяч немецких солдат и офицеров. В районе Вены войска 3-го Украинского фронта заняли крупные населенные пункты и ввели успешные уличные бои в южной и западной частях города. За 8 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 42 самолета противника.